Детский образовательный центр мирового уровня. Хорошовская прогимназия приняла первых учеников. Этот уникальный для России проект совмещает в себе функции детского сада и начальной школы. Хорошовская прогимназия объединила начальное образование. Учебный центр включает детский сад и начальную школу. Созданная по самым высоким мировым стандартам комфортная образовательная среда способствует раннему развитию. Проект был реализован в самые короткие сроки. На строительство потребовалось всего 9 месяцев. Это норвежский проект, который мы адаптировали в соответствии с российскими нормами. Уникальность в новейших технологиях, когда мы использовали каждое помещение и вовлекли их в хозяйственный оборот. Отдали детям, отдали учителям, отдали родителям. Яркие краски, которые в зимних условиях будут радовать детей. Над фасадами и интерьерами вместе с концерном «Крост» работали норвежские архитекторы и дизайнеры. Яркие акценты, нейтральный фон и много цвета. Палитру подбирали совместно с детскими психологами. Подышать свежим воздухом можно и не выходя за территорию школы. Зимний сад под открытым небом. Тут можно проводить занятия и играть. За прозрачной стеной большой бассейн для занятий синхронным плаванием. В нем дети как губки впитывают полученные навыки. Медиа-центр для интерактивного обучения на доске уже давно не пишут мелом, она электронная. Класс иностранных языков, класс естествознания. В дебрях спортзала растут почти тропические лианы. Пробраться сквозь чащу канатов и сетей – игровая часть урока. Наш класс – это сложно организованное и легко трансформируемое пространство, состоящее из досок, лестниц, рукоходов, из лиан и всевозможных сетей. В нем детям предлагаются решать различные задачи, как двигательные, так и коммуникативные. Это пространство, в котором дети учатся продуктивно действовать на пике своих возможностей в неожиданно изменяющихся обстоятельствах. Скульптурные и гончарные классы, студия живописи, хореографии, театральная студия. Детей развивают всесторонне, воспитывая настоящих победителей во всех областях. Мария Гладких, Станислав Горячих и Игорь Меняйлов. Москва, 24.